Не совсем обычный спортивный фестиваль прошел в областном центре. Силой, ловкостью и выносливостью мерились те, кому по роду своих занятий положено считать бюджетные деньги. На спортивной арене встретились команды финансистов Волгоградской и Воронежской областей. С подробностями Наталья Сегнцева. На волейбольной площадке стадиона «Динамо» нешуточные страсти. Соперницы борются за каждую подачу. Глядя на них, сложно догадаться, что играют не профессиональные спортсменки, а офисные работники. Причем те, кто считает доходы и расходы целых регионов. В спортивном марафоне сошлись команды волгоградских финансистов и их коллег из Воронежской области. Это и шахматы, это и бадминтон, и теннис, это бильярд, это боулинг, это женский волейбол, мужской волейбол, мини-футбол мужской. Поэтому эстафета, легкая атлетика. Сегодня у нас и бегуны бегали, и пловцы плавали. Поэтому, вот как вы видите, мы развиваемся разносторонне. У финансистов из двух соседних областей много общего. Территории схожи по площади, количеству населения. И кроме того, специалисты по бюджету одинаково успешно справляются со стоящими перед ними задачами. По словам вице-губернатора Александра Дождеева, не так давно на правительственном уровне было отмечено, что постановка финансовой, бюджетной политики и межбюджетных отношений в обоих регионах соответствует федеральному уровню требований. А тот азарт, адреналин и честный дух соперничества, без которых невозможно спортивное состязание, дает финансистам такую необходимую в их работе разрядку для души и тела. Я думаю, что это вот совместное единение наших вот душ, она позволяет мне раскрывать еще лучше наших сотрудников на спортивной площадке. Мы видим, кто как отдается на спортивной площадке, тоже так же и работает на работе. Спортивный фестиваль финансистов проходил во второй раз. В прошлом году волгоградцы ездили в Воронеж. Теперь настал черед встречного визита. Итогом состязаний стала победа команды Волгоградской области. Наталья Стиганцева, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».